Всем привет, с вами Гамара. Продолжаем проходить Dying Light 2. И это уже режим будет в кооперативе. Мы с Олегом будем проходить ее. Записал я серию почти на 3 часа, даже больше. Но она реально затягивает, просто затягивает. И слов других даже нет, и раз-раз, и уже. А буду выпускать ее частями, а не сразу так вот. Ну, что, надо, чтобы было частичками. Помните предыдущий выпуск по Warzone, когда я в пятницу снимал, да? Я был с такой вот кружкой. Оказывается, мы еще в тот момент после зашли еще в Dying Light просто попробовать и какую-то одну миссию сделать, но она не столько сюжетная была побочная, поэтому начало начнется не оттуда, где я закончил, там буквально минут 15 где-то с того момента я уже начну игру. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь, комментируйте, а мы начинаем. Так, а мы где? Куда нам идти-то надо? Я что-то вообще не понимаю. Вот вниз, видишь, что-то, блядь, нам 22 метра, нахуй. Мы туда попасть не могли, блядь. А где это? Ну где-то тут внизу в доме, типа, походу. Так, подожди, чтобы включить фонарь, блядь. У меня он включен, все ништяк. Так, и вот мы тут, короче-то, спрыгнули, и пизда, блядь, началась, нахуй. Да, ты видишь? А вон, я вижу этот туннель. Где? А там, вот, прям надо мной, там крикун, видишь, стоит? А как тут метку кинуть? Вон, да, видишь, давай нападем на него сверху и, блядь, сразу его наколбасим. Подожди, стой. Ты уверен, что это туннель? Да, ну вон, видишь, под ним 13 метров вон, показывают. Все, вижу. Подожди, бля, надо... Как на него наколбасить-то, блядь? А мы сейчас спрыгнем. Я ничего не помню уже, как играть-то, блядь, подожди. Я такая же херня. Я помню это вроде. Так, фонарь есть. Можно, по идее, просто прыгнуть, открыть и съебаться нахуй, да и все. И закрыть потом. Давай пробуем так. Подожди, там народ, ты сейчас упадешь. Подожди, я вот здесь вот. Оп-оп, я вот здесь вот прыгну. Ебать, это что было, блядь? Нихуя себе, с какой скоростью упал, видел, нет? Нет. Вон крикун снизу. Пойдем его на. Чтобы он не начал визжать. Он уже орет. Он уже орет, пиздим его. Все, давай этих мудосим. Нихуя ты, блядь, как этот... На, суки! Сзади, Олег, их пиздец! Ёбаный в рот, блядь! Пизда! Убегай! Я сейчас сдохну! Блядь, подожди, а как убегать-то? Вперед, блядь! Сука, тут еще некуда запрыгнуть даже. Ёбаный в рот! А, подожди, я нашел эту хрень! Какую хрень, блядь? Я взрывающуюся! Какую взрывающуюся? Вот эту, сейчас я... Она сейчас пизданет! Тихо! Там взрывайся! Блядь, как ее открыть? Тут еще вламывать, Олег, надо! Тут беда! Да? Все, я умер. Е возродится. Тут короче, что ли? Как нахуй? Я тебе говорю, там, короче, взламывать надо еще. Я сейчас хотел возродиться. Блядь! Я думал, там можно просто открыть ее. А ее надо взламывать, да? Да, и отмычкой. Это же пиздец. Ебать вас тут, суки! Пиздарики, блядь! Тихо, я вижу. Я бегу к тебе. Это жесть какая-то. Ты где? Вон, вижу. Наверх забирайся ко мне сюда. Погоня. Ёб твою мать, погоня второго уровня. Пизда, блядь. Блядь, у меня фонарь где? Так, он... Ну, у меня где тоже фонарь, я не могу понять. Ты. Олег, забирайся ко мне сюда. Или умирай. Я пытаюсь просто убежать пока, блядь, хотя бы куда-нибудь, чтобы я тут нашел, короче, пятачок, где можно их наколбасить. Я понял, сейчас, подожди. О, блядь, они еще отсюда вылазят. Тихо, я кажется, понял. Главное, прибеги ко мне, не этот самого, не тащи их сюда. Я уже вообще... Нахуй, в ебенях, блядь, каких-то. Олег, у меня тут колбасят, блядь, потихой. Так меня тоже, блядь. Ты что думаешь? Посмотри, тут жизни, дети прибежали, блядь. И дети. Маленькие, блядь. Суки. Да их тут пиздец, как на сольный концерт Тиесто пришло, блядь. Иди ко мне, помогай. Иди взламывай замок. Да подожди ты, блядь, я тут съебаться не могу. Иди помогай, нахуй. Помощник, блядь, нашел. У меня жизни с копейку вообще. А ты не накрутил себе этих, все, блядь? Мне пизда, блядь, все. Я вижу тебя.
Я тут вообще их положил, тихо, у меня... Блядь. Вы умерли, блядь. Бонус времени. Блядь, чё так долго мотаешься? Ну давай, возрождайся, ебаный в рот. Я их тут вообще толпу, наверное, положил. Взорвал их, что ли? Нет, я их отпиздил. Дубиной, нахуй, синей. И она мне сломалась. Так, ну все, я здесь, короче. Так главное... Я в городе, ёб твою мать, чего я в городе? Блядь, тут крикун идет! Почему я в городе-то нахожусь, я понять не могу, блядь. Я до тебя пиздец ебашить. А, эти крикуны вообще вырубаются с легкостью. Так, а все, Олег, я покажу, если их распиздил. Тихо. Так, все, я бегу. Так, тихо, надо перезарядиться. Он бинтуется просто лють долго. Вообще. Это вообще нереально. Так, что, у меня запись идет, все нормально. Да, Олег, ну-ка там? Скажи что-нибудь. Раз, два. Раз, два, три. Все, запись, голос, все наше. Так, я тогда пока без палева попытаюсь взломать, пока их нету. Бля, я забыл, как взламывать. Так, мышь повернуть отмычку, а повернуть замок. Чего? В смысле? А, вот. Я бегу к тебе с ребятами. Подожди. Самый быстрее. Да я не могу, подожди, не нагнетай мне. Блядь, я просто открыл. Ничего не вижу. Все, я бегу, короче, бегу. Блять, а как ты это прибежал? А вот все, нашел. Вниз прыгай просто, где я тебя не вижу? Да нет, это понятно, что вниз прыгай. Тихо, тут я зомбаков пока обыщу, тут таких... Вообще их тучу убил, просто нереальную, блядь. Какие-то тряпки. Сколько пиздили-то, блядь? Они же подыхали потихонечку. Так. Ты где? Скай, вижу тебя, ага. Так, тихо, мне плохо становится. А, это доброй ночи и удачи. Бой за какую-то хуйню дали. Да, такую же хуйню дали. Так, ну все, прыгаем сюда. Зомбак появился, смотри. А где я уже? Я уже спрыгнул, Олег. Сейчас я тут тоже дособираю хуйню. А все, я не могу даже к тебе забраться. Ой, выносливость кончается. Да, блядь, как отцепиться? А, отцепиться. Ты как сделал так? Ебать, ты как-то прицепился! А ждать других игроков даже пэш, чтобы телепортироваться. А, вот ты идешь. Подожди, да, опять. Ты выставил, ты накрутил себе эти штуки? Да, у меня 4 есть. Надо еще, кстати, накрутить, подожди. Да, подожди, надо еще. Ремесло. Так, а как чинить? Изменить. По-моему, тут никак нельзя чинить. Блять, у меня всего 3 их, прикинь. Да? Пизда, да, у меня больше нет нихуя. Я все сожрал, блядь. Подожди, вот так. Пошли, короче, так. Так, подожди, мне надо... Ты выбрал дубину? А чё я ползу-то, блядь? На С нажми. А, все, пошли. Так, чё нам надо было сделать тут? Попадите на станцию через туннель в метро. Блять, Олег, если это только начало, и мы уже так всасываем. Начало. Так нормально, вообще заебись. Да просто это с непривычки. Сейчас маленько привыкнуть. Подожди, впереди Q, нажимай там до хера этих зомбаков. Надо собирать нам мед. Кстати, в натуре Q. Ты его только тут соберешь, блять, этот мед. Ну тут зато всякие ништяки есть. Так, я дверь нашел. Закрытая. Я вон всякую хуйню собираю. А как ты... А, подожди, куда он дальше? А, ну вот сюда вот показывает. Да-да-да, туда, сейчас. Подожди. А, вон, я вижу тут этот, вентиляция. Тут заперто, типа, да? Блять, это... Чё? Опять, что ли, там, типа, будет немножечко... А, ну да, это по-любому в вентилях улезть, нет выхода. Все, что можно было, собрали. Блять, не пёрни только мне в нос. А я могу. Да. Это же он вентиляция, чтобы тебе продуло хорошенечко. Так, смотри, это которые спят вроде, да? Кью, тыкни, посмотри. Да, их надо потише идти. Может нахуй просто отпиздим их, да и все. Тут их 3 человека, блядь. А если прибежит больше? Да похуй, давай! Давай! Так, надо ружбайку другую выбрать. Блядь! Че мы, блядь, не пацаны, что ли, нахуй? О, блядь. Ненавижу стелс хуйню. Вообще не говори. А вон еще одни просыпаются. Где? Да все? Не, вон идут, блядь, трое. Давай, тоже ебать. Ты че, блядь? Залетай с фланга, нахуй, к ним, блядь. О! А тут бегун жесткий. Вижу бегун. А-а-а! Все, бегуна нету.
У меня там вообще электрическая дубинка, блядь. А где ты ее нашел? Да, сука. Вон, а где ты ее такую взял? А я тебе же говорю, я сделал быстро. Так, сопротивляемость низкая, что это значит? Нам что-то надо сделать быстро. Да нет, вон, скорее всего, сюда просто проходить и все. Подожди, надо все собрать. Подожди. А мы тут все собрали? Я в туннель. Ага. У вас низкий уровень иммунитета, используйте грибы. А, грибы, у нас были грибы. Да, 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 грибы есть. Так, так, а как их? Я уже на их базе. А как их менять? Патрон через вентиляцию. А, вот, на двойку менять, Олег, на двойку менять. На двойку? Ага, да. Все, вижу. И аж так же сожрать, все понятно. Да. И больше у нас их нету, блядь. Да похуй, должно хватить, по сути. А у а вас чё? Низкий уровень иммунитета, найдите УФ свет, чтобы восстановить его. А, все понятно, Олег, бежим. Ультрафиолет, мы... типа, нужен. Да, да, да. Тихо. Бля, как он быстро устает, это просто жесть. Вообще какая-то жесть, лютейшая. Три удара и все, блядь, он уже сдулся. Так, ну нам сюда надо, погнали, цеха. Вон я вижу гриб, блядь. А, ну, лучше их, короче, этот, не самого не делать. Иди собирай. Я собрал. Чего не делать-то делать? Че, уебем их? А или ты скушал? Я думаю... Нет, не, надо ебашить их просто по пути, блядь, чтобы остальные не шли сразу. Вот эти. Их просто уебать. Блядь, они первого уровня такие жесткие, это просто какая-то вообще дичь. Слава богу, чтобы урон по нам не проходит. Точно так-то проходит. Ой, блядь, почему они меня пытаются укусить? Они все так делают, если ты, короче, близко подходишь, сразу начинает хуярить. Фух, сопротивляемость низкая. Блядь, что, нам надо на время это сделать, прикинь? Нет, я надо просто грибами обмазываться, чтобы время... Да, понял, понял. Надо обмазаться. Ах ты, блядь. Да, точно, грибочки это дают силу. Силу земли. Силу земли, не говори. Так, надо грибочком обмазаться. Так. Нафига. Я его башку отрубил. Так, что тут пикает опять, блядь. А где мы ультфет свет-то найдем, блядь? Че там, пиздишь кого-то? Ты опять чувака, взлом, просто... Олег, иди взламывай, я что-то. Подожди, тут еще он, блядь, иди сюда. Подожди. Так, как там повернуть эту мышку? Блядь. А провернуть замок. Ну понятно. Все, я взломал. Так, я одну туда тоже взломал. А ты что там взломал? Вон тут какая-то хуйта. Так, есть. Надо обмазаться грибочками 30 секунд, блядь, блядь осталось. Натуре. Подожди. Так. А у меня грибочков нету больше. Ё-моё. Подожди, так, надо а я вон вижу грибочек. Я побежал за грибочком. Где он? Мы его оба можем собирать. Где ты его нашел? Там здесь, дальше. около меня. Да, вижу. Бля, ты пробежал просто, да? Да, просто беги. Просто их тут мутузим. Да. Ну, сука, на. Блять, они еще визжат. А, у меня выносливости нету. У меня тоже, на, вот это нормально, током, смотри, как ёбнул. Батя, они визжат, а? Вообще. Так, у меня тоже нету. Тихо. Так, вон еще один гондон, на, сука. А, у меня еще это сломалось. Дубинка? Ёлки, да, а как их выкинуть? А, выбросить. Выбросить и все. Да. Блять, нет. Вот так вот. Так, все. Так. Тут вон еще сумка. Потому что сумки. Аспирин какой-то, всякая херня. Так, у меня осталось, ёлки-палки. Так, ну все, надо бежать, короче, дальше. Да. Бежим. Похуй, бежим вообще. А, и тут все равно не пролезут. Или пролезут, похуй знает. Не знаю. Нам надо бежать. Так, вижу гриб. Да, я тоже вижу, сразу собираю по пути.
Нахуй, нахуй, нахуй. Да можно вообще просто их пробегать, блядь. Да, 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 я тоже так думаю. Вот сумка. Так, подожди, надо этот грибочек вмазать. Так, тоже надо вмазать грибос. Слушай, да как можно несколько сразу вмазывать, пока это полное не сделается? Ну да. Так что вообще похеру. Все, у меня ништяк, типа. Здорово, я что-то я... тогда вмажу их всех. А и все сопротивляемость, умы. Короче, увеличивается, прикинь. Да? Да. Я, короче, предлагаю бежать, ну нахуй. А вот тут там что-то... Там еще грибы, я вижу, стой. Где? Вижу, вижу. Вот, бежим. Так, тут надо что-то нажать. А, вот сюда он. Вот. У вас низкий... Метро. Блядь! Что я делаю? А, я перебинтовываюсь. Ну, кстати, это тоже надо. Так, и грибочек. Так, у меня опять так надо грибос тоже сожрать. Хоп. Когда больше половины, короче, грибосов сожираешь, у тебя сопротивляемость увеличивается и меньше тратится. А-а-а. Нужно постоянно вообще в максимуме держать. Я сейчас вам все грибы сожру, блядь. Зашибись у меня. Сейчас будет. Я там все, грибов. Я все грибы сожрал. Вы нашли новый коллекционный предмет, да, и хоп на него. Все, погнали. Вот Ульф свет нашел. Да-да-да, ну и все, тут максимум будет сейчас. А, ну кстати, да, реал. Осмотрись, туннель главной станции должен быть хорошо освещен. Угу. Я уже заманил часовых наверх, поболтаю с ними, пока ты пробираешься. Вон там, смотри, хороший это сундук большой. Давай. Ой, сука. Не знаю, что есть что? Какую-то дубину нашел. Какой-то да. Мультик. О. Ебать, это кто? Это ублюдок. Это плевашка. А, это плевательная. Ага. Но у нас нету огнестрела. Да. Надо будет его сейчас... Один бегает его сзади пиздит, второй спереди его отвлекает. Да-да-да. Так, все, ожидаем, нормально. Погнали. Хопа, хопа, иди сюда, говно. Так, я пока здесь раскрошу. Так, чё? Убили. Лохопед. Лохопедище. Вообще не говори. Да умри. Так, а чё у нас, смотри, этот ульфрец больше не светит. Светит, светит, ты сюда, если на него встал. А, нет, смотри-ка, он тот может светит. Нет, реально. Он чё нам... Это... Типа, сильно освещено, когда он не помогает. А может быть, блядь, надо фонарик вырубить? Не-не-не, это не то. А что он сказал нам, ждать его? Взломать, типа. Сейчас а попадите на станцию через туннели в метро. И чё, тут все закрыто. Сейчас я открываю дверь. А, взламываешь, что ли? Блядь, одну сломал, да. Я только лобанга. Так, так. Да ёб твою мать, сложная уже какая-то пошла. Так, я прикрываю твою попку. Блять, мне не хватает вообще децела там какого-то. Давай я взломаю тут сейчас. Подожди. Там открыл. Главное... Открыл молодчик. Все, все, так. Все. Надо всегда не забывать еще H это прожимать, вот, точнее Q. Где он сломался еще пару дней на посту, я обрасту плесенью. Какие-то педики. О, ультрафиолетик. О, подожди. Сейчас подожди, я этот... Вон наверх. Подожди, подожди, Олег, сейчас громкость речи я сейчас сделаю, чтобы их слышно было. Так, оп, оп. Все. Где, куда ты? Подожди меня. Где ты? А, вижу. Я тебя жду, не сэр. Ага, вижу, вижу. Залез? Да-да-да. Что-то пиздят там про нас, походу. Угу. Не, ну вот эти тоже они лютые такие, ребятишки-то, блядь, как их, охранники, ну, они или как бы так, ВГА так, или так кто они там. Ну, ну, ну. Что тут, ничего нету? Надо это через Q. А вот вижу, тут оттуда не забраться. Нету ничего, да? Че ты такое ты делаешь? Ломаю. Блять, а тут дверь для кого, ёпта? А мне похуй. Давай, садись, блядь, на карты погнали. Люблю по очкам лазить. Есть твой, знаешь, есть двери, есть все, нахер двери, полезем там. Полезем по жестким очкам, блядь. Подожди, вот здесь наверху по-любому что-то есть. 5 пачек. Ты подумай, а я скоро вернусь.
5 пачек чего? Чая, блядь. Нури, блядь. А что он нажал таб, нажмите? Попадите, блядь, заебало уже это, сколько раз уже это, мы и так на метро. А, вот написано, Олег, сюда. Да я вон там сумки пока лутал. Я на платформе. Открой шлюз, я почти там. Так, вон нам направо в шлюз. Подожди, тут до хера этих вещей забытых. А то есть мы вместе, что ли, можем лутать? Да. Тут огонь тогда вообще. А я еще нашел? Бежал, тебе грибы оставлял, думал. Пиздец. Так. Блять, так. Что за 9 и 3 четверти, блять, платформы? Где ее нахуй найти, блять? А вон показывается. Во-во-во-во-вот. Опа, тут палатка чья-то. Ничего не надо. Используемые навыки. Это ладно. О, кстати, у меня тоже были. Так, вещи. А, во, мне дали какую-то жилет настройщика. Чё-чё-чё? Жилет у меня какой-то пиздатый появился. Ну, на грудь. Чест, ёпта, да? Ага. А, ну ты же говорит, тебе что-то сказали, что ты там выбил какую-то херню. Да, приманка. Бросьте, чтобы создать громкий шум, у меня есть. И есть коктейль Молотова еще, пиздец. Да, у меня только приманка. Так, ну все, погнали. Жмём. Всё, полетели. Ты нажал уже, да? Да. Да. Все, ништяк. Бля, записи. Тут Олег идет вообще нормально сейчас. Да, ну, все нормально будет без проблем. Что ты здесь делаешь? О. Опа. Ну, ты что, дядь? Бит это не китайская, помнишь, как в этом? Сам-то понял, что сказал. Откуда он? Вчера ебился тут по туннелям. Братец из базара. Скорее лазутчик ренегатов. Не похож он на ренегата. Ты еще и херово, походу, нам. Ну, конечно, mm-hmm. так быть. Да, да. Самое главное, чтобы, блядь, я сначала думал, что будут проблемы найти мед. Теперь еще и грибы искать надо. Пиздец. А где наш браслет? Я что-то не вижу. Что ты делал у нас на базе? Мне просто нужно в центр города. В центр? Туннель закрыт, пока вы не выдадите убийц Лукаса. Кого, блядь? Мрази базарные. Кто такой Лукас, блядь? Как получилось, что никто не знает, что Олег, мы кого-то убили в тот раз? Сука. Может, в наказание следует отрубить тебе руки? Это улучшит твою память, а? Где ты был 4 дня назад? Конечно, кровообращение будет лучше, давай. 4 дня назад, 10 километров отсюда. Хватит, Олег, мы, походу, реально кого-то пиздили. Вы когда-то... Но командир Лукас всегда говорил... И командир теперь я. Ты читала донесение о том, что на базаре появился пилигрим. А это про нас пиздят. Да-да-да. Можешь идти, сержант. Я сам с ним поговорю. Я думаю, пырнул нас. Я сам с ним поговорю и в живот ножом просто. Да, да. Откуда ты пришел? От реки Кроссдейл. Это же за 1500 километров отсюда. Вообще-то больше 2000. Мосты на автострадах обрушены, прямой дороги нет. И тебе удалось так далеко забраться. Впечатляет. И как там сейчас, снаружи? Да херовенько как обычно. Так, что отвечаем? Почему ты думаешь, что я кого-то убил? Давай одинаково отвечать. Давай. Почему ты думаешь, кого-то я убил? Почему вы решили, что я убил командира? Ты пытался сбежать в Централ Луп через 4 дня после убийства. В Централ Луп, блядь. На месте камеры. Я бы тоже нанял чужака убить Лукаса. Это самый простой путь. Ну, я даже не знаю, кто такой Карл. Скоро узнаешь. Карл, я даже не знаю, кто такой Карл. Да, блядь. А Карл это Карл или Клара Калара, блядь? Несмотря на то, что мы их защищаем. Так, отвечаем. Когда ты в последний раз выбрался, да? Давай. Когда ты в последний раз был за городом? Около 15 лет назад. Сейчас там гораздо меньше выживших. Ему на вид лет 18. Большинство
Его терпит жизнь в этой адской дыре, потому что снаружи куда хуже. Мы с женой жили в Англии. У меня там две сестры и два брата. Я не слышал о них уже 10 лет. Где они жили? Пиздежа здесь, конечно, Олег, вообще жесть будет. Насколько я знаю, Лондона больше нет. На всем острове осталось не более 4 поселений. Твою мать. А интересно, мы можем пойти разными путями? Это как-то скажется на нас или нет? Мне кажется, нельзя будет такой. Ну да, это не знаешь, откуда ждать опасности. Постоянно новые земли и новые угрозы. И ты ищешь здесь убежище? Я пришел, потому что кое-кого ищу. И говорят, в Велидоре многим удалось выжить. Кое-кого ищешь? Возможно, я мог бы тебе помочь, но не бесплатно. Я привык. Я больше этим не занимаюсь, блядь. Да. Слава. Туннель будет закрыт, пока я не найду убийцу нашего командира. Убийцу Лукаса. Кто, интересно, Лукаса отпиздил, блядь? Ты что ли, Олег? Кто это вообще такой, блядь? Я не знаю, блядь. Надо заметки прочитать, может, у нас сохранилось где-то, блядь, убийство Лукаса плюс ХП, блядь. Кто такой Лукас? Кто такой Карл, блядь? Если жители старого Велидора не подчинятся, наши люди придут туда и сожгут базар дотла. Я бы этого не хотел. Что ты от меня хочешь? У Лукаса было оружие. Редкие кастеты, которые он называл Лазарем. Они приведут к убийце. Если узнаешь что-нибудь о Лазаре, расскажи мне. И я непременно тебя отблагодарю. Я знаю про Серегу кое-что, ладно. Могу ссылку скинуть, блядь. Пиздец. Блядь, сколько можно? Почему я должен тебе доверять? Че ответим? Можно попробовать просто сразу. Давай. Все одинаково. Хуйня все равно заканчивается. Все. Пошел, пиздеж. Значит, если я найду это оружие, ты пропустишь меня в центр? Не все так просто. Велидор сильно пострадал. Сначала Валидол он был отрезан, ага. Валидол, да. Затем его спасли его стены. Но его жители научились не доверять всем подряд. Я не открою проход до тех пор, пока не поймаю убийцу. Но если тебе удастся найти Лазаря, я об этом не забуду. Лазаря, блядь. Что за Лазаря? Ты будешь первым, кого мы пропустим после суда. И чё? Похоже, у меня нет выбора. Я попробую. Да мы сейчас все попробуем, блядь. Осмотрись там. Расспроси людей. И не возвращайся с пустыми руками. Удачи. Давай. Мне всегда нравится, как они начинают разговор. Сначала поебал убитый, блядь, потом попиздим, посидим. Так, а ты где? Я тебя не вижу. Да, вот, а, вот он. Вот. Подожди, на фонарик включить. Блять, это кто? Это что за пес? Смотри! Это кто-то подключился к нам? Где? Вот он, блять. Так, а что ты не сделал приватную? А как? Подожди. Параметры. По сети. Общее. Частное. Ёб твою мать. Подожди, надо этого кинуть теперь как-то. Как ты его выкинешь-то? Никак. Ладно, пусть носится. Только выходите, если... Ты меня слышишь? Да. Вот, я его могу отсюда выкинуть. Блять, я не могу, подожди. Онлайн? Онлайн меню. Вот, я нажимаю правое. Ну-ка, ты попробуй, ты правое нажимаешь. Так, ты... Тут сразу escape нажимаешь, и он сразу появляется. Это понятно. Я написано, я такая же хуйня. Только добавить в избранное могу, и все. Пиздец. У тебя надо, короче, сделать эту, блядь, видимость. Сейчас частную. Приватную или какую-то. Ну, я частную потом... поставил. Ну ладно, пусть бегает, он съебется сейчас. Все равно записи. Ты видел, как он отец, блядь? Он сейчас будет всех разъябывать, и все. Что у тебя на кроль? Да? Ништяк. Игрок Skype. Вот, я теперь тебе могу добавить, да? Да. Добавить в избранное. Все. Сейчас все, погнали. Бегать со всеми пиздец. Хотя, или может не надо? Хотел бы, чтобы жители базара с нами больше разговаривали. Что за жители базара? Мы все желаем мира. Так, у меня запись пошла. Так, минута, да, все, запись идет. Куда ускакал? Ты туда побежал?
по этой, по миссии. А, ну все, погнали. Наверх куда-то. Надо бы раздобыть новое оружие из арсенала. Это уже поизносилось. Да, кстати. Сент-Арлуп. Нам, кстати, Сент-Арлуп. Тоже надо оружие у нас. Не, у меня нормально еще по оружию. У тебя что, нет оружия? Не, у меня есть, но это-то не какие-то. Я думал, нам сейчас сразу биту дадут какую-нибудь пиздатую. Ну-ну. У меня вообще всего 3 пушки, но их должно, в принципе, хватить. Я думаю. Всего 3 этих, блядь. Я уже выскочил за пределы. Прыгай. Я вижу, пошли. Так, подожди, я смотрю, запись, все идет, это идет. 3 лечилки, блядь. 3 лечилки у тебя? Да. Так, и чё, с тобой побазарить? Эй, здорово. Эйден, сюда. А, блядь. Хакон, ну, блядь, назвали же его. Что они от тебя хотели? Как он? Ну, что-нибудь техля. Так, а чё? Чё ты бежал, он сказал, лошара, чё ты сбежал? Давай, давай. Если бы ты был на месте, как обещал. Эй, я попытался, но не знал, что в туннелях есть кто-то ещё. Смерть Лукаса — тяжелый удар для них. Они любили его как отца. Айтеру не хватает харизмы Лукаса. Ему будет непросто. Блять, знаешь, Олег, кто это Лукас? Который нам дал ключ, да, от ВГМ, понял. Вроде. Не-не-не-не, Лукас — это вообще другой тип. Типа глава этих пидорасов бывший. Айтер сказал, что можно пропустить, да? меня в центр, да. если я помогу. Что? Чем ты можешь ему помочь? Он хочет, так, чтобы я нашел нормально. Оружие Лукаса. Лазаря. Его не нашли на месте преступления. Сергея Лазарева, блядь, какого-то. Он может найти убийцу. Лазарь, говоришь? Необычные кастеты, да? Я знаю парня, который торгует краденым и прочим в таком духе. Барыга? Иногда. А так, обычный мошенник. И туповатый, к тому же. Он уже задолжал половине города. Если кто-то в Велидории глуп настолько, чтобы купить их, это он. Валидолы какие-то, блядь. Хуберт Карпатос, блядь. Каждый день он открывает магазин в ветряке неподалеку. Продает миротворцам выпивку и травку. Хочешь найти Лазаря? Поговори с Хуби. А я поищу другие зацепки. Ну, будем на связи. Хуя себе, как я вов с ним. Так, мне нравится, когда светло, блядь. Прям не пиздец. Жопа разрывательно. О, я с крыши чуть не упал. Так, куда? Ну, кстати, еще же второстепенных кучу миссий. Вообще их будем делать или нахуй? Ну почему будем? Мы сейчас просто вольемся в это во все. Так, что он показывает? А нам, да? назад показывают идти на ветряную хрень какую-то. А мы можем, ветряк. В принципе, этот, по крышам скакать. Ну да, по крышам-то лучше даже. Ну. А за днем-то похеру, можно вообще хоть как бегать. Ну да. И тупые. Кстати, вообще пусто, смотри. В пустом густо, никого нету. Там была безопасная зона, потому что... А вот они повылезали, ну. О, смотри, что тут есть. Что такое? Давай, поджигай, кидай их. Как ее поджигать-то? Забыл. Просто по ней въеби. X удерживает. X, где X, блядь? На, сука. Ты ее не поджег. Поджег. А, поджег. Блять, их залутать нельзя. Че, можно? Вон какой-то хрен выскочил, смотри. Ух ты, что тут? На. Так он типа с нами, что ли? Это место тут... какое-то. Да-да-да, а их-то хуя, Олег, что-то. Да слышишь, ты взорвал такую херню. На, голова только отвалилась. Так, тут еще одна где-то была. Я одну, я зыхнул уже. Я еще вижу, я вижу еще одну. Все, жопа вам, говно. А их можно насаживать вот на эти херни. Блять, ты меня задел! Сука! Насаживаем! Их можно пинать! Подожди, надо перебинтоваться. Че, кто-то орёт? Блять, их дохуя вылазит, побежали. Валим отсюда, нахуй! Вообще! Защищайте нас, блять! Налево, поверху, блять, пойдем лучше. Подожди. Как кто забрался? Где вообще, а? О, смотри. О, блядь, я в дом залез.
Блять, а я тут по карнизу лазил, не могу спрыгнуть. О. Кстати, мне кажется, что-то может прикольно быть. Нет, ничего нету. Валим. Валим, да, гаражами. Да. А, вот, все, просто пробел подольше жми, он длинный прыжок делает. Угу. Так, блять, они, Олег, они лезут, суки, ты прикол? Ты где сам-то? Ты, я вон наверху. А, вижу. Тюрюк, тюрюдюк. Вон он, вон он, вон он. Бассейн какой-то открыл, блядь. Ты где-то, ты в доме, что ли, бегаешь? Я вон тебя вижу. Так, а куда нам надо? Блядь, нам надо было в дом, вон на ветряк залезать наверх. А, вон. Ну вон я вижу. Так а как туда залезть? Блядь? А, вот здесь, что ли? Я вон уже почти вон. Здесь. Ты лезешь? Да. А, вон вижу тебя, ага. Кебать, блядь. А чё тут куча трупиков, прикол? Это мешки какие-то, блядь, это не трупы. Ну, мешки с трупами. Ой, блядь, а нам надо зацепиться за эту херню, я так полагаю. Наверное, так, за какую? Вот за вот эту, наверное? О, блядь! Вот она, видишь, спускается. Ага. Ага, всё, я зацепился. И чё дальше? Я промазал, блядь. Давай, я жду тебя. Сейчас тебя скину нахуй отсюда. Давай, прыгай. Давай, погнали. Бля, сейчас кончится. Вбок. Вбок, прыгай, ко мне сюда. Ты чё, Лазарь, блядь, с ума сошел сюда лазить? Залез, блядь, вообще. Он, наверное, отсюда и не слазит никогда, блядь. Я тоже жду Хуби. Хуби. А это не Лазер, это Бенни. Пойди пойми этого рукожопа. Рукожоп? Так его и будем звать, рукожоп. Да, да. Так уже больше ничего не остается. Так, а чё это? Подождём, что... Прошла, игру прошли, спасибо, блядь. Главного рукожопа, блядь. Да. Вот. О, это кто? А это Эндер. Ты рукожоп? А ты кто? Покупатель. Это хатап какой-то. А, это этот, продавец. Продавец всякой хуйни. Эй, Хуби, у тебя особый клиент. Тот самый Пилигрим с базара. Стой! Я просто покупатель! Смотри, какая картинка на доме. Значит, это был Хуби? Ворона жрет человека, блядь, с голой жопой. У него срочная встреча с другим покупателем. У него срочная встреча. Так. Цена догонять будет по любасу, да? Нет, что, а чё? Найдите того, кто украл кастеты. В смысле? Да, вон, догонять надо этого Хуберта, блядь. Он убегает. Он убегает. Ай. Подожди-ка. Бежим за ним. Бежит на северо-восток. Давай. От нас так просто не уйти, мы, блядь. Чё, бежит, ящики собирает, блядь. Я смотрю, какая-то нормальная тема там была. Какой-то красивый ящик надо собрать. Тихо, тут... Быстрее, Эйден! Почти догнал его. Блядь, тут ещё на время, Олег. Смотри, что я творю вообще, блядь. Ебать ты. Охуеть! Я научился перекувыркиваться. Ну так, иди 40. Сюда, говна. Я за тобой еще побежал. Где он? Тихо. Орет что-то там, слышишь, да? Нет, не убивайте меня. Не надо, брат. Да. Ух, блядь. И дай в него кирпичом, блядь. Где он, сука? Как он? Его здесь нет. Это невозможно, я видел его. Он в траве спрятался. Посмотри вокруг. Стой, вижу его. Где? Полез наверх. Видишь это? Полез наверх? Он лезет на крышу. Чего? Какую постройку? Вон он. А, это же не он. Это я, блядь. Это ты. А, ну да, вон туда вот. Да, нам надо этот. Сучи, а за что нам зацепиться-то там? Ну, по этой же хуйне мы не сможем полезть, у нас выносливости тупо не хватит. Ну-ка, если вот так. Ой, блядь. А я, сука, ноги сломал. Вот здесь лезть. Иди сюда. Да?
Да. Ой, блядь! Давай, погнали. Сейчас выносливость кончится. Так, а где там? Ага. Так, залез. Блять, у меня выносливости мало, подожди. У меня такая шкура, я прям вообще на тоненьком забрался. Вот-вот. Снова потерял его. Давай, давай, лезь. Он должен быть на той крыше. Найди его. Да поняли мы. Эк, куда дальше, блять? Назад, ага. Фу, еле-еле залез вообще. Надо выносливость прокачивать. Сучка, ай, блять. Такая же хрень. Я просто хочу поговорить. Где он, блять? Я его не вижу даже. Он, наверное, вот здесь, сука. А, вот. Нет. Он. Где он? Обнаружен с ингибиторами какая-то хуйня. Где? Вот здесь, что ли? Обнаружен. Эй, ты. Хуберт. О, я обнаружил. Я тоже слышу. Надо Q нажимать и искать его, короче. Да-да-да. Но он, походу, где-то снизу. Нам сначала надо этого утыра найти. Да, вот только где он, блядь? Вот он, блядь. Ёбаный. Я ничего не делал. Где он, сука? Вот ко мне беги. Спрятался, сука. А, вот он тут. У меня он притча, смотри, какая у него. Моднявый парень. Рука жоп. Голова жоп скорее. Да, да, да. О чем? Я еще ни о чем не спрашивал. Я ничего ни о чем не знаю, клянусь. Говорят, ты скупаешь краденое. Скупаю? Никогда. Перепродаю? Ну да, но... Я ищу Лазаря. Оружие Лукаса, бывшего командира миротворцев. Только не говори мне, что не знаешь, кто такой Лукас. Ну, тогда не буду. Знаешь что-нибудь о Лазаре? Ты шутишь? Даже если бы мне предложили эту пару кастетов, я бы не взял. Я не дурак. Такой, а? Это оружие уж слишком горячее. Так, а что узнаю? Почему ты от меня убегал? Откуда ты знаешь, что Лазарь — это парные кастеты? Да, давай. Да. Откуда ты знаешь, что Лазарь — это парные кастеты? Я об этом не говорил. Да ладно. Кто не знал об этой маленькой слабости Лукаса? Он всегда выставлял их на показ. Если бы кто-то подумал, что они у меня, он мог бы также подумать, что я убил Лукаса. А это чушь. Ну, кто-то пытался продать их, верно? Я же сказал тебе, я... Ладно, хорошо. Может, и пытался, но я не могу сказать, кто. Конфиденциальность клиента. Хватит придуриваться. Говори или... Сейчас мы его, наверное, пнём манули. А, Майя, смотри. Я встретил её в квартирном доме на Мидпекинг-сквер, недалеко от старой мясной лавки. Но больше я ничего не знаю. Отстань от меня. Там рядом еще вроде какие-то армейские казармы. Я найду. Майя же это наша сестра, помнишь? Люки. Да, где они детишками-то были. Так, ночь наступает. Так, подожди, надо найти так этот. Хуберт сказал, что ему пытались продать Лазаря. Ты знаешь Майю? Нет. А, подожди, Майю. Я думал, что знаешь всех местных женщин. Я пойду на Мидпекинг-сквер. Я же тебе говорю, что это не она. Да, кстати. Она, кстати, по дороге пособирать эти, всякую траву, если будешь видеть. Она должна жить в одном из домов неподалеку. Хорошо. А где мы здесь видели-то этот ящик с ингибитором? Хер его знает. Может, он где-то показывается на этом? 13 метров. А, вот, вот в этой хуйне, ёбана. Где? Почта. Вот, вот тут. Вот здесь, иди сюда. А. Вот тут, смотри. Вот тут всякая дичара должна быть вкусная. Тут ничего нет, подлезем вниз. Вы входите в запретную зону. Да, блядь, спустись. Нахуй отсюда. Олег, помогай мне. И визжат еще. А, у меня нету этот. Прикун! Лютый Вася пришел! Ёб твою мать! Он меня отпиздил. Меня тоже. Нихера себе. Он просто с одного удара отхуярил нас. Да. Я не могу ползти, нет? Все, возродиться, типа. Нихера не, а мы себе туда не пойдем. Ну, что-то, видимо, пока сложное для нас, или что? Да. Что-то лютое вообще. Так, а возродиться? Так, возродиться. Вот подошел этот выпуск к своему завершению.
На следующей части у нас выйдет завтра, послезавтра. В общем, все будет выходить вот так вот, как записываю, так и выкладываю. Всем спасибо, кто досмотрел эту серию до конца. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь, комментируйте. Всем пока.